В здании Люберецкой кадетской школы расположено 7 участков. Народ сюда идет почти сплошным потоком. Время удобное. Выспались, позавтракали и на прогулку. Совмещать приятное с важным. С каким настроением вы идете на выборы? С веселым, с отличным. Ну, хотим проголосовать, думаем, толк будет. Какое будущее вы хотите для Люберецкого округа? Хорошее, светлое, красивое, достойное. Есть надежда? Конечно. Уже становится лучше. Пойдем поддерживать наших депутатов. Надеемся, что в нашем городке здесь будет чисто и аккуратно. И площадок детских будет много. Но хороших. Они прислушиваются к нам, прислушиваются. Мы же знаем, за кого идем голосовать. Так что надеемся на лучшее. Люберецкую кадетскую школу в день выборов посетила депутат Госдумы Лидия Антонова. Она знакомилась с работой избирательных участков, а также посмотрела, как здесь организованы консультации медиков и юристов для населения. Вроде все хорошо, все спокойно у нас. Жалоб пока никаких не было. Наблюдатели есть, да? Есть. Вот. Где-то по 4-5 наблюдателей на каждом участке. Да, наблюдатели у нас. Все для удобства избирателей. Нужна юридическая помощь. Бесплатно и без очереди здесь консультируют всех желающих студенты Российской таможенной академии. В таможенной академии мы работаем на постоянной основе уже много лет. Да, как консультации даете. Да. Вот. Осуществляем правовую поддержку всех слоев населения по любым вопросам, кроме уголовного характера. В Люберецкой кадетской школе в день выборов можно не только проголосовать, но и бесплатно обследовать свой организм. Прием здесь ведут врачи Центра здоровья ЛРБ номер 1. Калите.